До Москвы за 7 часов. Так быстро добраться до столицы ульяновцы смогут благодаря новой дороге А-151 Цивильск-Ульяновск. Трассу начали поэтапно ремонтировать и расширять. Работы рассчитаны до 2025 года. К этому времени на месте появится безопасная четырехполосная дорога с разделительным ограждением. И вообще на А-151 у нас сейчас в работе находится 3 участка. 26 километров. Общей протяженности, да? Этот участок сколько километров? Этот 4,5 километра. Мы его начали 10 октября. Вот сейчас одну половину выполнили уширение. И как бы, ну, в связи с погодными условиями оставляем на зиму. То есть будем ездить по этой стороне, а на той стороне, что возможно, будем делать. В этом году Цельнинский район по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» получил 184,5 миллиона рублей на ремонт дорог. Эти средства удалось привести в порядок 20 километров дорог. К примеру, 3 километра участка Цильно-Большой Нагаткино и 3 километра от села Степное Анинково до села Устеренка. Еще часть средств было выделено на ремонт дорог муниципального значения. У нас в этом году было выделено общая сумма финансирования 64 Это на муниципальные? На муниципальные, да. 34 объекта у нас в этом году выполнены. Очень большой объем работ. Вопросы ремонта дорог озвучили сами жители на встрече с губернатором. Проблемные точки взяли на контроль в Министерстве транспорта. Вторая по популярности проблема в муниципалитете – водоснабжение. Жители сразу нескольких населенных пунктов района рассказали губернатору о плохом состоянии труб. В некоторых местах их не меняли почти 50 лет. От имени всех жителей села Пилюгина. У нас водопровод на селе давно. Когда был совхоз Ненковский, пользовались хорошей водичкой. Ну, время идет, все выходит из строя. У нас такая просьба. Нужно отремонтировать бочиновый ключ, родник, и воссоединить водопровод Анинково-Пилюгина. Все вопросы взяты на контроль, и работа началась. Так, в селе Большой Нагаткино просьба жителей выполнена, заменен накопитель водонапорной башни. Прошлый был 90-х годов постройки и попросту сгнил, срочно требовалась замена. Дальше займутся строительством новой ветки водовода. Анна Тищенко, Константин Никитин, Ул Правда, ТВ.